Азербайджанские военнослужащие побывали в доме музея Бульбюля. В Шуше на видео, снятое в разрушенном армянами доме музея, четко видно, что музейные экспонаты уничтожены, а дом используется в качестве склада для дров. Кроме того, бюст Бульбюля армяне разбили до неузнаваемости. Отметим, что дом музея Бульбюля функционировал до оккупации города Шуша в 1992 году. Он состоял из двух комнат и веранды. В этом доме Бульбюль родился и провел свои детские годы. В доме были выставлены детские фотографии Бульбюля и личные вещи. Исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Анар Керимов также показал в Твиттер нынешнее состояние дома-музея известного азербайджанского оперного певца в Шуше. «Посмотрите на состояние дома-музея Бульбюля. Этот дом-музей когда-то был культурным и художественным центром в Шуше», говорится в его публикации. Сотрудники Минкультуры Азербайджанской Республики в настоящее время документируют состояние всех памятников в городе Шуша и готовятся к их восстановлению. Отметим, что дом-музей выдающейся азербайджанской поэтессы 19 века Хуршутбану Натаван, дочери последнего карабахского хана Мехтигули хана Джаваншира, также подвергся армянскому вандализму.